В метро столицы начнет курсировать поезд «Московский предприниматель». Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас подробности. Сайт мэра Москвы сообщает, что в столичном метро появится поезд «Московский предприниматель». Пользователи проекта «Активный гражданин» одобрили оформление состава. В голосовании приняли участие 163 тысячи человек. 27,5% респондентов высказались за размещение пошаговой инструкции «Хочу открыть свое дело». В поезде пассажиры смогут узнать об истории предпринимательства, а также информацию о поддержке бизнеса. Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что информация о вагонах состава поможет потенциальным предпринимателям. Пока у меня все, еще больше новостей из жизни столицы, и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!